И всем привет! Вы на канале Няша Геймс, и сегодня мы отправляемся на поиски Ока Хаоса в игрушке Титан Квест. Так, Ока Хаоса должны находиться неподалеку от пустыни Файюм. Так, где там она? Сейчас нас еще и убьют. Да, нас убили, супер. Ну, в принципе, мы тут недалеко заспавнены, так что ничего страшного. Давайте прочитаем задание. Так. Отправиться. Акт 1, акт 2. Так, заполучить Око Хаоса из мест неподалеку от оазиса Файюм. И есть дополнительное задание, за которое мы получим 12 тысяч опыта. Так, бедствие караванов. Похоже, что на караван нападало племя бедуинов во главе с вождем Ижну. Они разграбили такое количество караванов, что они больше вообще не приходят, вообще не ходят. Найдите и убейте Ижну. Ну, я думаю, мы с этим тоже можем справиться. Так, ну давайте отправляться на поиски. Файюмская пустыня. Давайте сначала разберемся с этими вот шакалами и бедуинами. Как они так победили моего волка? Идем в атаку. Гигиена. Давайте захилимся. Так, где-то тут, по-моему, мы умерли в прошлый раз. Снадобье свое заберем. А вот и этот Ижну. Так, обязательно хилимся. Так, отходи, отходи, отходи. Похилимся и давайте нападем на этого вождя. Так, нас окружают. Где наши волки? Ай! Но зато дополнительное задание выполнено. Получено 12 тысяч опыта. Так. Как-то мы не досмотрели. Давайте сейчас обязательно сберем свой опыт. Где-то вот здесь вот. Так, тут гиены. Перейдем сюда. Так, сколько тут опыта у нас? 1152. Ну, в принципе, мы свой опыт забрали, получается. Ну, давайте тут еще немножко поборемся. Бедуин-мародер. Теперь неподалеку от оазиса тут должен находиться что-то такое, где мы можем найти око.
Ай. Так, нам срочно нужно что-то от огня. Очень-очень срочно. Так, кстати, что там по заданиям? Вот этими тлетунями я больше всего не люблю бороться. Так, тут уже шикарные человеки появились. Монстры подстерегают нас на каждом шагу. Может быть, все-таки нам стоит пойти в ту пещеру? Скорпий, да? Так, храм Атома. Я думаю, мы идем именно туда, куда нам нужно. Так, у нас, кстати, нету маны. Так, ну давайте посмотрим, что здесь будет. Похилимся. Основное задание обновлено. Ритуал вызова. Ох, я думаю, сейчас будет что-то очень-очень интересное. А, да. И у нас нету маны. Совсем нету маны. Ай, кто тут закрыл? Так. Давайте хилимся, восстанавливаемся в ману. И давайте идти в атаку. Так, хилимся. И идем в атаку. Так. Ай! Еще одно явление, которое я ненавижу. Это когда меня травят ядом. Так, ладно. Бежим. Тут, в принципе, недалеко. Так, призовем еще одним волком. Я вот даже не знаю, может быть, нам поменять себе оружие? Взять не посох, а что-нибудь другое. Так, сколько у нас тут? 10-29 урона. Вот. Вот это копье. Возьмем. 31-41 урон. Отлично. Думаю, мы сейчас будем намного лучше справляться. Так. Опять. Ну, по крайней мере, мы ему хоть хпшки поубавили немножко. Сейчас мы его точно добьем. И я надеюсь, выполним свое задание. Так. Продолжаем бежать. Какие-то очень сложные задания начали появляться. Что мы тут все время умираем. Кстати, есть у меня одна идея. Так, ну с этими мы можем побороться. А вот этого давайте... Вот, мы его отравили. Он даже через решетку нас бьет. Давайте тоже на него ядом. Вот так вот. Ну, как так-то? Так, ну будем надеяться, что он не захилится. Вроде бы еще он не пополнял себе жизни. Такого вроде бы еще не было, но все-таки все возможно. Так, уже почти-почти добежали. Так, и, наверное, все-таки, раз мы решили так действовать, давайте возьмем все-таки назад свой посох. И будем держаться от него подальше.
Видимо, мы не достаем его, чтобы отравить. Так, ну давай, давай. Почему он нас бьет, а мы его не бьем? Ну что это вообще такое? Что у него за сила такая ядовитая? Так, бежим, бежим как можно быстрее. Лучше бы мы, наверное, открыли ворота и побегали бы вокруг него. Возможно, бы наши волки добили бы его уже. Почему мы так вот ищем разные методы? Так. Но он не выходит, кстати, оттуда. А наши волки там его бьют. О, круто получилось. Круто! 3000 единиц опыта. Так, хилимся. Так, основное задание обновлено. А вот и Око Хаоса. Так, давайте заберем все предметы, которые здесь есть. Смотрим еще один сундучок. И посмотрим свои задания. Так, принести десницу и око Имхотепу в Мемфис. Так, в Мемфисе мы, кстати, уже были. Давайте себе сделаем портал. Мемфис, Мемфис. Где Мемфис? Так, посмотрим, давайте на карту. Ну, это понятно. А были мы там или не были? Давайте по заданиям сейчас посмотрим. Так, основные задания. Мы были в Ракотисе. Так. Вот, в Мемфисе. Ракотис, Нижний Мил. Потом был Мемфис, Гиза и Оазис Файюм, бедствие караванов. Так, кстати, нам нужно вернуться в деревню, наверное, и поговорить там с людьми и сказать о том, что караваны будут снова ходить. Мы же вроде бы выполнили задание. Так, сейчас разберемся с этим. И я думаю, можно будет возвращаться в Мемфис. Ну, или куда-нибудь туда. Так, где тут все жители? Да, круто, что мы подошли, потому что мы бы могли всего лишиться. Оружие, доспехи, деревья, луки и посохи. Что ты выберешь? Так, десница равновесия нам еще нужна, а вот это вот все мы тебе можем продать. Давайте, кстати, немножко тут посортируем свои вещи. Что это за письмо? А, магическая формула песен листвы. Так, 5 урона. Так, это давайте берем. Бурдюк яда, пусть останется. Это амулет. Так, это Око Хаоса у нас. Так, это предметы по заданию, которые нам нужны.
амулет жизни. 127 жизней. Ну, в принципе, пусть пока будет. Ого, кольцо жизни. 126 жизней, восстановление жизни, энергии, восстановление энергии, поглощение энергии от заклятий и снижение урона от растений. Лучше бы вы снижали урон от яда. Так, тут сила, интеллект жизни, энергия. А тут ловкость, интеллект, сила. Ну, давайте поменяем. Вот так вот. А это давайте продадим. Так. 10 сопротивления проникающему урону. Сопротивление силам природы. О, да, сопротивление яду. И на 52 единицы уменьшения сопротивлений. Круто. Давайте тоже поменяем. Так. И вот так. Круто. Прощай! Прощай, прощай. Еще одно дополнительное задание. Так, тут поговорим. Тут поговорим. Ну, в принципе, можно отправляться дальше. Ну, или же повыполнять здесь дополнительные задания. Ну, а вы были на канале Няша Геймс. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!